Берлин ответил радикалам. Самый большой в Европе ханукальный светильник высотой в 10 метров установили в Берлине на площади у Бранденбургских ворот. Честь зажечь его лампаду в иудейский праздник света и огней была доверена сыну женщины, ставшей одной из жертв теракта на рождественской ярмарке в столице Германии. Это нападение было направлено не только против Берлина или Германии, иудеев, христиан или мусульман. Это нападение было направлено против всех нас, против людей, которые ценят демократию, мир и свободу, тех, кто против тьмы. По мнению последователей иудаизма, празднование Хануки в городах Европы можно рассматривать как еврейский ответ на волну исламистского терроризма, поразившего континент. Напомню, несколькими днями ранее здесь же, у Бранденбургских ворот, почтили память жертв теракта, произошедшего во время рождественской ярмарки. Мы собрались здесь, чтобы вспомнить жертв теракта и пригласить в нашу жизнь дух Рождества. Все случившееся не должно нас подавлять. На концерте выступили несколько немецких рок-групп, а мэр столицы Михаэль Мюллер обратился к жителям города, призвав их не отвечать террористам ненавистью на ненависть. Организаторы концерта заявили, что их главная цель – послать сигнал стране и миру о незыблемости общечеловеческих ценностей.